Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два VIN-номера вашего автомобиля. Первый VIN-номер, наклеенный на кузове, располагается под лобовым стеклом в нижней левой части. Второй VIN-номер, выбитый на кузове, располагается под сиденьем переднего пассажира. Гарантия на 580-й составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, что наступит раньше. ТО нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч километров пробега. Перепробег допустим, но не более 1 месяца и не более 500 километров. То есть, если вы приезжаете на ТО не к 10 тысячам километров, там и не к 10 500 километров, а приезжаете к 10 600, 700 или к 11 тысячам километров, или спустя больше, чем месяц, да, после вот годового требуемого прохождения ТО, то вам могут отказать в гарантии. Имейте это в виду, поскольку это очень важный момент. Далее, если мы говорим о нулевом ТО, оно проходит спустя 3 месяца или спустя 2500 километров после покупки. Вот, следовательно, первые вот эти вот 3 месяца и 2500 километров рекомендуется проходить обкатку, то есть стараться резко не тормозить, резко не стартовать и резко, следовательно, не тормозить. Ну и вообще дать притереться автомобилю к вам, а вам, следовательно, к нему. И о приятная новость. Да, я раньше очень много говорил это на других брендах, но потом потихонечку эта тема стала уходить. Так вот, здесь эта тема сохранилась. Поддержка на дороге. Итак, что у нас входит в поддержку на дороге? Первое – это техническая и юридическая консультация по телефону. Дальше – техническая помощь на дороге. То есть, если недостаточно технических консультаций, то к вам выезжает эксперт и помогает вам на дороге. Если же есть проблема, которую невозможно решить с помощью техника, то приезжает эвакуатор и довозит вас до ближайшего дилерского центра. Важный момент, что вот эти все услуги по приезду специалиста или эвакуатора действуют в радиусе 200 километров от административных границ города. То есть, если мы говорим о Москве, это от МКАД. Вот, ну, чтобы вы понимали. Если перевозить ребенка спиной по ходу движения на переднем пассажирском кресле, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. На 580-м подушка безопасности не отключается, по этой причине перевозить ребенка спиной по ходу движения здесь нельзя. Если вы перевозите ребенка на втором ряду сидений, то включите детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Дверь можно будет открыть только снаружи. На двух задних дверях есть специальные переключатели. Вы вставляете туда механический элемент ключа, ну или просто отвертку, и поворачиваете по часовой стрелке. Все, дальше вы захлопываете дверь, открыть ее изнутри будет нельзя, ее можно будет открыть только снаружи. Но если больше вы не перевозите ребенка на втором ряду сидений, то переведите переключатель вновь в исходное положение. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, вам нужно открыть лючок топливного бака, который располагается с правой стороны автомобиля. Для этого вам нужно потянуть рычажок, который располагается в ногах водителя. Открываете лючок, откручиваете крышку и устанавливаете в специально отведенное место. Объем топливного бака составляет 58 литров. Заправлять автомобиль можно бензином, начиная с 92-го октанового числа. Для того, чтобы вас буксировали в передней части автомобиля, есть специальное отверстие, которое закрыто крышкой. Чтобы снять эту крышку, вам нужно нажать на вот эту вот стрелочку и давить. Сразу скажу, нелегко это получается. То есть прям давим, давим. И вот, видите, потом она поддается, и вы ее вынимаете. Да, вот такая у нас вот крышечка. Вот сразу скажу, что лучше отцепить ее, чтобы во время буксировки, когда вас будут буксировать, ее не потерять. Усик. Направляем. Вот такие вот усики. Все, мы ее сняли. Далее берем буксировочный крюк, вставляем его и вкручиваем по часовой стрелке. Вкручиваем до упора и только после этого подсоединяем буксировочный трос. Чтобы вкрутить его до упора, прям до самого, вы берете баллонный ключ и им пользуетесь как рычагом. И докручиваете до упора. Если мы говорим о буксировке, то есть когда вы хотите кого-то буксировать, тут все сложно. Итак,
вам нужно посмотреть на правую сторону, на фальш-выхлопную трубу, заглушку. Вот ее нужно открутить. То есть вы снимаете вот эту вот накладку, и за ней скрывается проушина, к которой вам нужно будет подсоединять буксировочный трос. Комплект инструментов, который идет вместе с DFM-580. Он располагается в багажном отделении за третьим рядом. Поднимаете этот фальшпол. Кстати, этот фальшпол вы можете отцепить, потому что он крепится на липучку. Все, убрали. Значит, здесь у вас фиксатор для того, чтобы зафиксировать им треугольник. И вот этот вот мешочек, который также, если хотите, вы можете зафиксировать вот с помощью вот этих вот резиночек. Так, вот наш мешочек. Он у нас на молнии. Здесь у нас буксировочный крюк. Домкрат. Максимальная нагрузка 1200 килограмм. И баллонный ключ. Двухсторонний. А, о, и отвертка с крестообразным и плоским наконечником. Габариты багажного отделения DFM-580. Ширина дверного проема 102 см. Расстояние от пола до потолка 80 см. По диагонали 110 см. Ширина в зоне до колесных арок 110 см. Ширина в зоне колесных арок 100 см. Глубина по нижней части 33 сантиметра, по верхней части 15 сантиметров. Глубина багажного отделения по нижней части при сложных сидениях третьего ряда 110 сантиметров, по верхней части 93 сантиметра. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 170 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 195 сантиметров. По диагонали 220 сантиметров. Чтобы достать запасное колесо, вам нужно открыть вот эту крышку. Для этого вам нужно взять отвертку с плоским наконечником. Взяли, вставили, поддели. Вот такая у нас с вами крышка. Далее берем с вами баллонный ключ. И вот тут как раз нам в баллонном ключе потребуется второй вот этот вот наконечник. Помним, да, у нас двухсторонний. Вставляем и крутим против часовой стрелки. Как только колесо касается земли, вот, начинаете его к себе подтягивать. Запасное колесо полноразмерное, но на штампованном диске. 225-60R17. Итак, чтобы его достать, то есть вы берете этот фиксатор. Еще чуть-чуть откручиваем. То есть вот наш фиксатор внутри, который его удерживает. Здорово, кстати, что это не просто, как у других бывает, металл по металлу, а вот тут еще дополнительно такие уплотнители стоят. Все, то есть снимаете это колесо, устанавливаете его на место пробитого, а пробитое ставите сюда. И также, проводя через центр, пропускаете вот эту вот штуку. Все, дальше в натяге начинаете крутить по часовой стрелке, да? Проталкивать вперед и крутить по часовой стрелке, пока не поднимете колесо в исходное положение под автомобилем. Если у вашего ключа села батарейка, следовательно, эту батарейку нужно заменить. Чтобы заменить, вам нужно достать механический элемент ключа. Тяните, достаем, все, достали. Далее берем отвертку с плоским, прям максимально маленькую, с плоским наконечником, и вот сюда ее вставляем. Снимаем крышку.
внутри вашего ключа батарейка CR20-32 3 вольта, но если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно, вы берете ключ с разряженной батарейкой и нажимаете кнопку вот так, старт-стоп, и все, едете в светлое будущее.